Радушный прием. В заключительный день визита в Щелково делегация из немецкого города-побратима Хемер посетила школу номер 12. Немецкие друзья поделились со сверстниками впечатлениями о поездке в московский Кремль, о прогулке по Александровскому саду и от посещения представления в цирке. На память о нынешней встрече ребята нарисовали постер с двумя сердцами в цветах национальных флагов. Мы пишем это, вот Хемер 2017, это юбилей нашей дружбы. И почему мы пишем Россия, Германия, рисуем флаги, потому что мы очень гордимся нашей дружбой между Россией и Германией. И с удовольствием всегда принимаем ваших школьников и очень счастливы побывать в России. Сначала были ваши школьники в наших семьях, теперь мы приехали в Россию. Мы рады увидеть все достопримечательности самой прекрасной столицы в мире. Вначале мы к ним съездили в Германию, и нам очень понравился их город и вообще страна. И также теперь они приехали к нам, и это очень приятно, что как бы, мы им показали Москву, мы показали тоже как-то страну, и мы надеемся на дальнейшую дружбу вместе с ними. Еще одной доброй традицией стал мастер-класс по выпеканию пирожков в школьном кабинете технологии. Чем могут удивить щелковские школьники немецких? Конечно же, пирогами, не просто пирогами, а с капустой. Сегодня они лепили их собственными руками с мыслями о дружбе. Надев фартуки, ребята принялись лепить тесто и укладывать вовнутрь сочную начинку. Кладем сюда и закрываем. Не менее вкусным блюдом, приготовленным для гостей, стал бодрящий клюквенный морс. Его рецепт учитель из Хемера Габи Фильдхаут записала под диктовку. Ничто так не сближает, как совместное занятие. Пирогов получилось на несколько противней. Пока приготовление запекалось, немецкие школьники успели побывать у третьеклассников на уроке окружающего мира. Успенский собор в Московском Кремле. Das ist Moskauer Kreml. Waren Sie in Moskau auf dem Roten Platz? Gibt es Увиденное на экране малыши и ребята из Хемера попытались нарисовать на компьютере. Процесс оказался увлекательным, как и вручение подарков. Я хочу тебе подарить книгу, чтобы ты себя вспоминала еще. Очень спасибо. Спасибо очень. Здесь очень теплая атмосфера, здесь очень все очень приятно, и особенно нас вот порадовали эти подарки. Большое удовольствие мы получили от того, что мы именно с русскими детьми общались. Нынешняя делегация из Хемера оказалась самой многочисленной за последние годы. 23 школьника и 3 учителя. Русское гостеприимство и разнообразная программа пребывания каждый раз оставляют у немецких друзей самые позитивные впечатления. Школа достаточно большая, современная, что хорошо оборудованная, но другое нам понравилось больше – атмосфера в этой школе, потому что вот именно гостеприимство и очень хорошо построены программы для детей. Как всегда, здесь только хорошая атмосфера, очень вежливые дети. Отметили немецкие гости и новый памятник Валерию Чкалову на территории 12-й школы. Она теперь гордо носит его имя. Те, кто хотя бы раз был в этой школе, теперь знают о подвиге отважного летчика. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».